Сьогодні у світі відзначають День ввічливих людей. Одразу запитання, що це таке? Ну, якщо ми згадуємо нашу школу, то ми розуміємо, потрібно вміти слухати. Ось ввічлива людина, вона така. Можливо, десь там вступати дорослій людині місце у транспорті. Але що взагалі таке ввічливість? Як її виховати взагалі? Чи ввічливі ми з вами? Сьогодні розберемося у нашому прямому ефірі. І до моєї студії вже завітав ранковий гість. Павло Міхлін. Психолог, і ми сьогодні усе розберемо по полицях. Доброго ранку. Доброго утра. Дякую вам, що ви доїхали до нас. І знаєте, ну ось, по-перше, у мене одразу таке цікаве запитання. Ввічливість – це що з точки психології? Чи можемо ми якось розібрати і пояснити нашим глядачам? Здесь может быть два ответа на этот вопрос, что такое вежливость. Вежливость, с одной стороны, это умение контактировать с собеседником, это умение его замечать, это умение его слышать, умение его воспринимать, умение приближаться к нему настолько, насколько это собеседнику важно, интересно, понятно. Это одна часть, это контактная психологическая часть. А есть другая часть, часть то, что в психологии называют интроектами. Да? То есть это те стереотипы, которыми мы общаемся и которые позволяют на самом деле отстраниться от человека. То есть это вторая часть вежливости, когда я держу дистанцию, называя человека на «вы». Когда я говорю о том, что я бы хотел вот не этого, да, я хотел бы, ну это опять же право, и при этом обязательно должен сказать «здравствуйте». Обязательно должен пожать руку, если это мужчина. Обязательно как-то быть очень, очень вежливый, как-то приторно-сладко, возможно, вежливый, да, с женщинами. Ну, то есть это, знаете, какие-то стереотипы, которые в голове человека живут, и которые, по сути, к контактной части имеют мало отношения. Скорее, просто к позиционированию себя в обществе, каким я себя хочу подать. Как? То есть это не имеет отношения к другому человеку, это скорее про свой статус, про свою самооценку, про возможность как-то себя ощущать. Тобто, по суті, ввічливість – це те, як ми хочемо, щоб бачили нас оточуючи. Це, ну, в більшій мірі відноситься чисто до нас, правильно? Конечно. Ага. Собственно говоря, ми в кожному собеседнику бачимо самого себе. Угу. Тому що, коли я смотрю на вас, я чітко опознаю якісь знакомі мені речі. І орієнтуюсь на ті речі, які мені приємні. Ті, які неприємні, я постараюся, звісно, відвинути, зачем вони мені потрібні. Ось, дивіться, цікавий момент. Я чомусь навіть не думала, що ми підемо в цей напрям, але ввічливо відмовити, показати, що хочу тримати дистанцію. Оце, мабуть, знаєте, найскладніше от інколи. Тому що тебе в школі як вчать, треба усім там посміхатися, казати усім доброго ранку, все так правильно. Але насправді це інколи зрушує твою зону комфорту. І ось як, наприклад, правильно показати людині, що під час привітання, коли до тебе налітає, там, привіт, так, показати, що доброго дня, там, або добрий день. Ось такі моменти буденні. Можна просто показати голосом, можна просто, наприклад, слегка чуть відстраніться, да, зробити, ну, буквально мінімальний шаг назад, сказати, добрий день. Мені приємно вас бачити. Що ви від мене хочете? Ага. Это вполне, это вполне достаточно. То есть интонация и дистанцирование, что вы от меня хотите, сразу человек оставляет, ставит в зону размышлений, где он начинает думать, и тогда он немножко отстраняется. Как только он начинает думать о себе, что я хочу, он тут же становится немножко дальше. А ось цікавий ще момент. На сьогоднішній день, наприклад, ось це питання ввічливості, воно в суспільстві, ну, не стало гіршим, ніж, знаєте, там, ну, умовно кажучи, років 10 назад. Тому що зараз, ну, всі скаржаться, там, да, у дітей якось немає поваги до дорослих, вони якось там забувають про ці моменти ввічливості, там, уступити місце. От ви, як психолог, спостерігали цю тенденцію змін? Да, мало того, некоторі речі на собственному опыті. Цікаво, розкажіть. Ну, наприклад, в общественном транспорті я почему-то должен обязательно кому-то уступить місце. Это такой общественный стереотип, который на самом деле, в общем-то, очень сомнителен. Почему я должен вообще-то кому-то уступать место, да? И получается, что человеку навязывают, как будто бы этот стереотип приказывает делать то, что он не хочет. Ну, с какой стати, например, молодая девочка должна уступать место пожилой женщине? Ну, тому що так закладено в суспільстві етикет. Знаєте, взагалі-то, да, це чому-то зроблено правилом хорошого тону, але насправді це не правило хорошого тону, це насилие.
Насилие над человеком, который, например, устал. Да, молодой человек вполне может устать достаточно сильно. И, а бабушка, которая только что встала с лавочки, она может вполне еще стоять на ногах. Угу. Да, то есть это зависит от состояния здоровья. Правильным было бы, по сути, по-человечески, да, спросить, вы не устали, может быть, вы хотите присесть. О, это цікавий момент ви сказали. Но это из сочувствия, это если я готов, например, видеть этого человека как человека. Мы же в основном в общественном транспорте видим других людей как объекты. Угу. Мы же ориентированы только на самих себя. И тогда все эти, собственно, конфликты возникают только потому, что какой-то объект вдруг начинает повышать голос и кричать, что это вы здесь мне место не уступили? Угу. Так, а ось дивіться, все ж таки, ось ви зараз дуже класну тему підняли стосовно того, що це все ж таки не вічливість, а те, як от ми б хотіли, щоб до нас ставилося. От я якраз почав з цього, смотрите, є вежливість, яка контактна, да, яка угу. Чоловічська, яка виникає із собственного желання, і тоді це естественна, нормальна річ. Мені цікаво бесідувати з чоловіком, я испытываю к нему симпатію, тоді я готов йому уступити місце, я вижу, чоловік вошел, і йому плохо, угу. Да, я вижу по его состоянию. Я могу ему предложить, не хотите сесть? Угу. Хотя я, например, старше намного по возрасту, я предложу сесть человеку. Угу. Я зрозуміла. А ось дивіться, цей момент, коли, наприклад, ми повертаємося в школу, повертаємося до дитячого віку, і, наприклад, в нашій школі, пам'ятаю, завжди, типу, вчили ось ці моменти вічливості, вітатися, уступати, проходити, як правильно. На сьогоднішній день ви за дітьми спостерігаєте, що вони зберігаються ось ці моменти вічливості? Чи вже у них якісь нові проявлення вічливості? Знаєте, я віжу це ще з времен тої школи, в якій я вчився. Угу. На самом деле, вічливості там было очень мало, там было очень много злости по поводу того, что нас делают послушными угу. и делают какими-то, опять же, подчиненными. И это всегда было, и это продолжается до сих пор. Другое дело, что сейчас дети стали более раскованы, и они себя ведут более раскованно. Но, по сути, ничего не изменилось. Люди остались теми же людьми. Угу. А ось як правильно виховати, наприклад, дитину? Та? Ось на які моменти потрібно їй звернути увагу? Щоб все ж таки зробити, як ви кажете, її там не об'єктом контролю і там робити правильно. А чтобы все-таки она была вичлива, что здесь потребует? Очень важно учитывать пожелания самого ребенка. Mm. Обычно родители, вот как раз здесь большая проблема, родители не умеют разговаривать со своими детьми по одной простой причине. Их самих не научили в детстве, и они стереотипно точно так же, как их в семьях традиционно воспитывали, mm-hmm. они точно так же воспитывают своих детей. Очень важно, чтобы родители научились разговаривать. Но для этого им нужно научиться разговаривать между собой. Mm-hmm. А это тоже большая проблема. Как семейный психолог я так, это хорошо так. знаю. Люди живут по 10 лет вместе и даже не знают, что любят другой человек. Угу. Тобто, по-перше, ми вчимося говорити з собою, потім вже говорити з дітьми, щоб розуміти, що їм комфортно робити з плану вічливості, а що конечно, некомфортно. Звісно, вежливість – це тільки некоторая форма пред'явлення себе в контакті з другим чоловіком. Ага. Це всього лише форма. Общепринятая, понятная. Это понятный язык, на котором говорят все. И владеть этим языком, я считаю, должен каждый человек. Но как использовать язык? Знаете, язык можно использовать по-разному. Можно одну и ту же мысль выразить в очень разной форме. А ось все ж таки, на вашу думку, а наприклад, як для вас, що є саме проявом вічливості, але не цього, наприклад, стереотипного бачення? От щоб, наприклад, якби там ви зустріли людину в якомусь місті або в транспорті, або десь по дорозі на роботу, що для вас буде саме проявом вічливості? Проявлением вежливости будет, во-первых, не нарушить границы этого человека максимально, сделать так, чтобы я не мешал, но и при этом учесть так, чтобы мои границы тоже никто не нарушал. Например, если человек начинает толкаться, я вежливо обращусь к нему и попрошу этого не делать, потому что мне это, например, неприятно. Угу. Другой вопрос, как это сделать, есть специальные формы, там, например, я-высказывание в психологии, да, которые позволяют обратиться к человеку так, чтобы он не почувствовал себя униженным, чтобы не почувствовал себя обиженным. Да. А можете рассказать секрет, например, как Ой, сказать? Секрет очень простой. На самом деле, если человек делает какое-то неприятное действие, я ему говорю, знаешь, мне от того, что ты делаешь, как-то вот сейчас, например, наступил на ногу, мне больно. Слушай, ну ты мне сейчас наступил на ногу, мне больно, пожалуйста, отодвинься. Тобто ця приставка «будь ласка», так? Ще... Пожалуйста, это стандартная форма вежливого обращения, которая воспринимается как норма обращения. Это как говорит о том, что я не готов сейчас нападать на него. Это говорит о том, что я сейчас не избыточно агрессивен. Угу. Это говорит о моих мирных
каких-то доброжелательных настроениях. Это та форма вежливости, которую я обязательно использую, но это то, чему учат родители, да, еще. Это социальная вещь. А с другой стороны, я говорю о своих чувствах. Если мне больно, то человек должен, если он вменяемый, нормальный, адекватный человек, то он, по крайней мере, ну, хоть каплю сочувствия он почувствует в этот момент. И он точно отодвинется. Если же он невменяемый, ну, тогда нам придется разбираться по-другому. Ну, и для этого есть другие формы вежливости. Контактные. А, ну контактні, це ми вже не будемо чіпати їх. Да. Ось дивіться, такий цікавий момент. Зараз от, в сучасному суспільстві оце питання вішлося, чому ми його сьогодні підіймаємо. Це як така якась стала форма. Знаєте, як на кнопочку натиснути. Тобто, доброго дня, як справи, ти вже кажеш на автоматі. Не з моменту вічливості і цікавості. І от здесь как раз большая проблема, потому что очень часто, когда я говорю, когда я с интересом спрашиваю человека, как, что с тобой, как дела у тебя? Он мне отвечает, а нормально. Mm-hmm. Я понимаю, что он меня послал. Mm-hmm. То есть это, ну, это тоже форма вежливости, это тоже форма отстранения. Она может использоваться как для приближения, так и для отстранения. Mm-hmm. Все зависит от того, с каким посылом, с какой интенцией я к человеку приближаюсь, что я хочу и что он хочет от меня. Если он рад меня видеть, то он воспримет мой вопрос как дела, как форму какого-то неформального обращения. Mm-hmm. Да? Если он же не хочет со мной общаться, он скажет, а нормально, все хорошо. Тобто ми повертаємося все ж таки до емоційного забарвлення. Тобто слід не змінювати запитання і якісь там форми, так? А якщо ти дійсно хочеш це робити, відштовхуючись від себе, то ти питаєш з іншим посилом і з інтонацією, якби щиро. Звісно. Це за щирість. Здесь самая главная штука не в самой вежливости, не в формі, это ще раз повторяю, только форма, а в умении распознавать другого человека и распознавать, что я хочу. Хочу ли я вообще этого контакта? Стоит ли мне приближаться? И тогда вежливость становится формой контактирования, а не формой отстранения. Клас. Мені здається, ви зараз на завершенні нашого інтерв'ю сказали дуже класну річ, те, що це все ж таки залежить від нас. І все ж таки вічливість – це форма проявлення від вашого внутрішнього. Ну що, переглянули це відео? А тепер обов'язково треба підписатися, залишити свою вподобаєчку і, звісно, коментар. А я ще хочу нагадати, що вже завтра у нас відбудеться розіграш від продукції «Джелюс». Тому обов'язково переходьте в наші соціальні мережі Instagram та Facebook, виконуйте всі умови і вигравайте круті призи.